Всероссийский тур. Ух, давайте пошумим этому моменту. Кстати говоря, в Ростове мы уже второй раз, что по статистике, ну, если сравнивать с остальными городами, в два раза больше. Это уже круто. Спасибо, что вы нас здесь ждете. Очень круто. Ну что, одноименную песню спрезентуем в альбом «Исключение». Погнали! Yeah.
Yeah.
Спасибо большое. Спасибо, что вы такие доверчивые. Сейчас тоже буду использовать вашу энергию, потреблять и излучать, надеюсь, потом. Так, мальчики и девочки, нужно разделиться по гендерному признаку, и девочки будут со мной петь. Оу, 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 а пацаны такие, хей, хей. Ну все просто. Сейчас репетируем. Оу, 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 хей, хей. Оу, оу. Хей, хей. Thank you.
посчитали, что группе «Реформации Нуки» уже 5 лет. Ничего себе, у нас такой микроюбилейчик. Живешь так живешь, а потом бац. Ну, тот факт, что вы все пришли сегодня, наверное, хочется думать, что он говорит о том, что мы идем в правильном направлении, и все, в общем-то, не зря. Песня называется «Живы» с первого альбома «Виртуального звучания». Yeah.